Добрый день, дорогие друзья! Пришел этот день, который наверняка останется в памяти у всех здесь присутствующих. Все причастны к событию, которое сегодня мы отмечаем, так или иначе. И, конечно, сегодня, когда подводится черта студенчества, этого самого счастливого периода жизни, безусловно, в центре внимания очередной выпуск Московской консерватории. Те замечательные музыканты, зрелые музыканты, профессиональные музыканты, которые сегодня получают в руки самый дорогой документ, диплом Московской консерватории, начинают свой свободный полет. Безусловно, что этот дар, он является основой всех дальнейших достижений жизни. И, безусловно, этот капитал, который наработан вами, выпускниками, это не манна небесная, которая свалилась с неба, это результат огромного длительного труда и шлифовки таланта, который Господь Бог вам дал, шлифовки, которая была проведена руками ваших замечательных, удивительных педагогов. Этот дар и этот капитал может быть использован по-разному. Он настолько велик, что можно всю жизнь жить на проценты с этого капитала. Но я уверен, что вы не так выстраиваете свои дальнейшие планы. Потому что это этап не только завершающий, но это и трамплин. Трамплин для вот того самого свободного полета, который вы будете осуществлять самостоятельно, но при этом постоянно чувствовать опору на фундамент консерваторского образования. И поэтому ценность этого диплома вам будет продемонстрирована тем, как к вам будут относиться во всех тех творческих коллективах, в которые будете вливаться, во всех тех гастрольных поездках, в которых вы будете встречать людей, сразу понимающих, с кем они имеют дело. И вот это качество, которое вы должны уже теперь передавать другим, это и есть наследство. Потому что вся история Московской консерватории – это история передаваемого из поколения в поколение наследства. Та мраморная доска с золотыми буквами, которая висит напротив малого зала консерватории, это прямое свидетельство такой связи поколений. Потому что каждый, кто там обозначен, передал в свое время своим ученикам это великое достоинство консерваторца. А с этого момента все вы совершенно с тем же основанием, что и все те, кто сидят на этом сцене, можете называть себя консерваторец. Ну и вот праздник, который сегодня произойдет, он делится на две части, вернее, на две с половиной части. Первый – это тот самый торжественный акт вручения дипломов, которым примут участие и те, кто вас учил, и те, кто помогал вам учиться, потому что вот эта замечательная команда, которая сидит с левой стороны сцены, она на протяжении всех лет вашего обучения помогала вам сориентироваться, вовремя предпринять какие-то необходимые шаги. И поэтому давайте мы сейчас поприветствуем тех, кто будет вас. Ваши аплодисменты относятся и к тем замечательным консерваторским сотрудникам, которые, может быть, менее заметны, чем профессор-преподавательский состав, но не менее востребованно обеспечивали ваше студенчество. Это и сотрудники библиотеки, и сотрудники фонотеки, и сотрудники отдела кадров, бухгалтерии. Тут вся эта огромная команда Московской консерватории сегодня радуется вашим успехам. И, конечно, безусловно, самые дорогие для вас люди – это те, кто провел вас через вот эти этапы освоения профессии, ваши педагоги по специальности, по музыкально-теоретическим предметам, по гуманитарным дисциплинам. Потому что Московская консерватория тем и велика, что она учит не ремеслу, она учит искусству в высочайшем его проявлении. Поэтому вот ваша судьба в этом отношении будет счастливой, я в этом совершенно уверен. Ну и
Дальше, следующий этап после этого утреннего, это вечерний концерт. Я вам должен сказать, что мы вчера более 6 часов в этом зале слушали всех, кого рекомендовала Государственная комиссия для выступления на торжественном заключительном концерте. Мы прослушали всех от начала до конца. И, разумеется, все хотели бы оставить на этой сцене для вечернего концерта, но пожалели публику. Поэтому сегодня у нас есть некоторая такая дефиниция. Часть отобранных будет выступать вечером, большая часть, количественно большая часть, а часть украсит вот эту процедуру торжественного вручения дипломов. У нас все идет, конечно, с музыкой, и именно так мы всегда и поступаем. Ну вот это вторая часть, это то, что я сказал, вторая с половиной, это тот дружеский фуршет, который пройдет после вручения дипломов. Вы уже об этом тоже знаете, для вас там приготовлены сюрпризы. Я думаю, что всем будет очень приятно. Ну а сейчас я вас от всей души поздравляю. Никогда не отдаляйтесь от Московской консерватории. Она всегда вас ждет, она всегда вас примет, поможет и подскажет. Добрый путь, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые педагоги, сотрудники и гости консерватории! Дорогие выпускники, мы начинаем торжественную церемонию вручения дипломов 145-го выпуска Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. От всей души поздравляем вас с окончанием Московской консерватории. Сегодня консерваторию оканчивают 241 человек, обучающихся на 7 факультетах. 98 выпускников получают красные дипломы. Сегодня всех нас ждет незабываемый праздник. А сейчас слово предоставляется статс-секретарю, заместителю министра культуры Российской Федерации Григорию Петровичу Ивлеву. Дорогие выпускники Московской консерватории, от имени Министерства культуры поздравляю вас с этим событием, знаковым событием в культурной жизни всей нашей страны. Для вас, для нас, для ваших педагогов, родителей, всех тех, с кем вы начинали этот сложный путь в искусстве, это большой праздник. Мы знаем, как много труда вам понадобилось для того, чтобы прийти в консерваторию. Как много труда вы вложили в то, чтобы освоить свою профессию на том высоком уровне, который уже веками сложился в Московской консерватории. И мы уверены, что все мы будем гордиться вами уже в ближайшее время. Мы знаем, что ваш труд и ваши достижения – это достижения российской музыкальной культуры. Мы уверены, что вы освоили все богатства мировой культуры. И, как сказал уважаемый ректор, вы уже будете передавать это другим людям. В больших залах, в небольших залах на вас будут смотреть, вас будут слушать. От вас будут ожидать нового, от вас будут ожидать сохранения традиций. Выпускники Московской консерватории знамениты в основной своей массе, но еще выпускники наши отмечаются тем, что они востребованы в мировой культурной жизни. Я могу сказать, что вот мы тесно сотрудничаем с Карбином, и губернатор провинции обращается к нам с тем, чтобы мы могли им помочь дать направление целому симфоническому оркестру, который бы вот этот стиль
исторический русского города Харбина мог бы воспроизводить в современной музыкальной жизни. У вас большое будущее. Перед вами открыта вся страна, а перед вами открыт весь мир. Конечно, в такой день не просто принято благодарить педагогов. В такой день мы свято чтим педагогов. И, конечно, педагоги Московской консерватории – это люди, которые отдают вам все самое лучшее, что есть в музыке, в их профессии. И поверьте, что мы тоже благодарны сложившемуся коллективу. Мы благодарны ректору Александру Соколову, который постоянно работает над тем, чтобы в консерватории были лучшие условия. И Министерство культуры обеспечит деятельность Московской консерватории на самом высоком уровне материально-техническом, финансовом и любом другом. Мы понимаем, что даже день повышения оплаты труда, который проходит в консерватории, может даже недостаточно для того, чтобы оценить все, что делается в славном учебном заведении. Поверьте, я знаю всю систему музыкального образования в стране, и вам повезло, что вы обучаетесь в таких залах, что вам доступны инструменты мирового уровня, что с вами уже на этой стадии вашей жизни общались выдающиеся мастера культуры. Еще раз хочу вам пожелать в этой сложной жизни найти свой путь. Кажется, что пройден век. Но сейчас вы с каждым днем будете понимать, что в этой сложной жизни еще многое нужно сделать, чтобы добиться успеха, добиться профессионального признания. Мы верим в ваше большое будущее. Вы наши выдающиеся выпускники. С праздником вас! Слово предоставляется заместителю председателя Государственной Думы Николаю Владимировичу Левичеву. Спасибо. Прежде всего, надеюсь, вы мне позволите поблагодарить Александра Сергеевича Соколова, профессорско-преподавательский состав, за то, что они позволяют мне разделять с вами этот замечательный праздник. Не знаю, как вы, я прекрасно помню, как мы напутствовали вас в малом зале консерватории 5 лет назад. И, продолжая мысль Григория Петровича, тогда вам говорили, что, конечно, вам сильно в жизни повезло, потому что вы попадаете в этот храм искусства. Видя эту горку красных дипломов, зная о немалом количестве лауреатских званий, которые вы успели получить, я могу сегодня констатировать, что сильно повезло Московской государственной консерватории. Потому что я уверен, что раз практически все из вас дошли от малого зала до большого, в малом зале вы уже не помещаетесь, настолько ваше мастерство возросло за эти 5 лет, ну и на ваших глазах, вам, конечно, немножко тоже повезло, что на ваших глазах произошло возрождение этого замечательного зала, прежде всего, благодаря огромным личным усилиям Александра Сергеевича Соколова, которого я хочу, ну, может быть, с небольшим запозданием, но публично поздравить с переизбранием единодушно на 3-й срок на пост ректора консерватории. Надеюсь, конечно, что вас ждет большой жизненный творческий путь. Хотя бытует мнение, что сейчас не те времена, которые способствуют занятию классическим искусством, высоким искусством. Да, может быть, действительно, время, которое позволяет вульгаризировать духовные ценности, время, когда совершенно неоправданный информационный ажиотаж получают такие экзерсисы, как Евровидение, например, да, и гораздо меньше, может быть, общественное внимание приковано к
вечным ценностям. Наверное, сегодня в мире очень многое разделяет людей. Политические интересы, экономические интересы, религиозные воззрения, войны, будем прямо говорить. Не хотелось бы трагичную ноту вносить в наш сегодняшний праздник, но мне кажется, есть одна замечательная цитата в замечательном фильме о войне «Хроника пикирующего бомбардировщика». Надеюсь, вы все-таки его смотрели. Есть такая знаковая фраза, которую главный герой повторяет: «Война приходящая, а музыка вечна». И я очень рассчитываю, что на вашем жизненном пути ориентиры вы будете искать не только в своем сердце, но и в тех вечных ценностях, которые вам здесь преподавали, к которым вы имели возможность приобщиться. Ну и, наверное, в заключение вспомню такое утверждение, на которое имел право человек, высказавший его вдохновение. Это высокий гость, не надо, чтобы он заставал нас за работой. И я желаю, чтобы у вас впереди была огромная, напряженная творческая работа, которая позволяла бы вдохновению вас посещать все чаще и чаще. Вдохновение вам и удача, которая никогда не бывает лишней. Сейчас музыкальный сюрприз. «Гранадос» – квинтет для двух скрипок, альта и виолончели, соль минор. Сочинение 49, финал. Исполняют Наталья Покровская, фортепиано, Елизавета Дьякова, скрипка, Вероника Пономарева, скрипка, Юстина Аполлонская, альт, Анастасия Гудкова, виолончели. Класс камерного ансамбля профессора Галины Сергеевны Ширинской.
Слово предоставляется декану историко-теоретического факультета профессору Ирине Васильевне Каженовой. Дорогие коллеги наши молодые, наши выпускники, я боюсь, что мало можно сказать что-то, добавив к тому, что уже было сегодня сказано. И я тоже хочу всех поздравить вас и нас с этим радостным и счастливым событием. Конечно, 5 лет в обычной жизни, может быть, не всегда оставляют глубокий след. Но 5 лет обучения в консерватории – это не только незабвенные годы, но это и основа и база всей вашей дальнейшей жизнедеятельности. Я знаю, и в некоторых группах теперешних выпускников мне приходилось в классе общаться с ними, и я вижу, как они выросли и возмужали. Я вижу, они какого-то достигли творческого роста. И я понимаю, что они готовы и к жизни, и к работе, а может быть, и к каким-то испытаниям. Поэтому я тоже хочу выразить и благодарность, и поздравить ваших педагогов, которые прошли с вами этот путь. Я думаю, что на свете очень мало мест, где старшее поколение с такой отдачей делится с молодежью своим мастерством, своим творческим опытом. И, конечно, это обоюдный и процесс взаимодействия. Мы тоже, отдавая свои силы, получаем от вас и новые стимулы, и новые импульсы для своей работы. Ну и, конечно, я думаю, что еще меньше на свете мест, а может и вообще на свете не существует, куда бы приходило так много талантливых молодых музыкантов. Конечно, как известно, единственная новость, которая всегда нова, это талант. Александр Борисович Медвежер говорил, что талантливые ученики – это не наша заслуга, это наше счастье. Поэтому за всех я хочу вас поблагодарить. И, конечно, я хочу пожелать вам счастья. Философы говорят, что чтобы быть счастливым, нужно уметь обрести счастье внутри себя, потому что в другом месте его все равно найти очень трудно. Но я думаю, что наше искусство, музыка, очень помогает нам ощутить гармонию и внутри себя, и вокруг. Верьте в свои силы, помните, что каждый из вас – это абсолютно уникальный, яркий талант. То, что дано вам, не дано никому другому на свете. Поэтому добивайтесь успеха и не бойтесь идти вперед. И понимайте, что в музыке никому не тесно. Поэтому я желаю вам очень больших успехов и счастья на вашем пути. Найдите свой путь, тот, который только ваш. На наших государственных экзаменах председатель комиссии экзаменационной отметил, что наши выпускники в прекрасном тонусе, что у них горят глаза. И вот я вам желаю, чтобы это горение, а глаза – это зеркало души, чтобы вот это горение в глазах и горение в вашей душе продолжалось как можно дольше. С праздником вас! Ференц Лист, венгерская рапсодия номер 9, ми бемоль мажор, пешский карнавал, исполняет Линь Дуфан, класс профессора Юрия Степановича Слесарева.
декану вокального факультета, заведующему кафедрой сольного пения, народному артисту России Петру Ильичу Скусниченко. Thank you.
Слово предоставляется выпускнице фортепианного факультета, окончившей консерваторию с отличием, Цибулевой Анне, класс профессора Людмилы Владимировны Рощиной. Сертификатов
Ассоциации выпускников «Альма-Матер» приглашается ректор Московской консерватории профессор Александр Сергеевич Соколов и проректор по учебной работе профессор Лариса Евдокимовна Слуцкая. Я, пожалуй, напомню в нескольких словах, что это тоже некоторая новая, молодая, но уже традиция Московской консерватории. И, конечно, связь поколений, о которых я раньше сказал, никогда не прерывалась. Но в последние годы возникла вот эта ассоциация «Альма-Матер», ассоциация выпускников Московской консерватории, возглавил которую наш блестящий выпускник Владимир Ашкенази, и которая действительно помогает найти вот такую среду обитания, в которой, где бы ни находились выпускники консерватории, они чувствуют себя дома под покровом своей родной консерватории. Поэтому сегодня вот эти дипломы, эти сертификаты, это тоже некоторое очень важное дополнение к собственно диплому Московской консерватории. Надо ли говорить, что там написано «лучший выпускник»? Вот это на самом деле очень дорого стоит. Я поздравляю заранее всех, кто сейчас получит эти сертификаты, но и каждого в отдельности, конечно. Бородаев Дмитрий, композиторский факультет. Thank you.
исторического и современного исполнительского искусства. Уважительная причина. Человек сегодня вечером будет выступать, готовится. Сугурова Анна, фортепианный факультет. Была удостоена стипендии президента Российской Федерации, так что, в общем, все регалии.